Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет! У нас сегодня Spin Tires и новая рубрика, да? Наверное. Новая рубрика Unlim 402 Russian Edition. Да. Unlim 402 Россия. Да. Короче, Unlim 402. Итак, небольшая РП предыстория, в общем, да. Вот тут в гараже... Я взял у деда Москвич. А я купился шаху, как вы знаете. Но это только тройка, но практически шаха. Бэтт, как у вас там покупают в России модно? Че, в кредит? Да, или не в кредит, а там в ипотеку взял шаху, короче. Вместо квартиры. Да, короче, я взял в ипотеку тройку. Ладно, давай будем называть вещи своими именами. Взял тройку. Она у меня с каким-то странным блоуофом, и я тебе предлагаю сгонять на гоночки. Ты как? Давай. У нас будет... Я думаю, что если заезд будет спорный, у нас их будет парочка. Поехали, наверное, на заправку зальемся пару литров. Блин, аккуратней едь. Ты чуть не ударил мою шаху новую. Да, троечку, у меня дрифтовая. Ну ты говорил, дрифтинг. Что у тебя мозг твой космич валит, но я как вот не верю. Ля пятаки как на... Смотри, как пятаки навалил. Ну-ка, я пытаюсь. Я еще просто, ну ты понимаешь, что я права-то недавно получил, я еще ездить. Ты видишь, как навалил? Да ты можешь не стукнуть меня, аккуратней едь, пожалуйста. Ля, как крутит. А как ты? Ты дифференциал заварил, что ли? Ну-ка, у меня включается дифференциал. Он, по-моему, просто климанул. У меня такое ощущение, что у меня блоуф есть, судя по звуку. 76-й залил, офигенный. 76-й? Где ты его нашел? О, смотри, а у меня не валит так. Знаешь, мне кажется, что тут многие наши подписчики, они даже не знают, что был такой 76-й бензин. Да нифига себе не валит боком. А, ну вот сейчас повалило, диф отключила, но повалило странно. Так, ну ладно, я тоже сейчас зальюсь. Я, короче, сейчас топить не буду, чтобы ты не знал, какая у меня мощность. Так буду накатиком, тихонечко такой. Показательно буду ехать. Я топлю на полную просто. Только не врежься. А куда мы едем? Да на трассу куда-нибудь станем сейчас. Так надо было прям с заправки ехать. И дуплить прямо. Да, ну то как-то неинтересно. Ну да, тут неплохо, что как бы, а что это такое, рабочие что ли с завода едут? Где? Вот, в автобусе рабочие. О, стоп. Опа, что там за, прости господи? Девчонки. Шмаренки, по-моему. Эй! Тихо, вот это вот смотри, тут это гейша настоящая стоит. Я беру гейшу, а ты шмаренку бери. Рыжую бестию. Посмотри на надежность автобуса. Он ноги уводил и высунулись. Посмотри, там морды нет у автобуса, там что-то все разобрано. Ты видишь, нет? Что ноги торчат. Водилы. Я вообще водила не вижу. А, в натуре. Блин, давай аккуратней. Слушай, ты свою ядреную москвича, давай, может, отсюда прям деранем. Или ты знаешь какую-то дорогу? А что дальше туда проедем, развернемся? Мало ли какая максималка тут у нас. А, развернемся, оттуда что ли поедем? В эту сторону, в сторону заправки? Угу. Ну давай. Москвич прет. О, нормально, ты видел мой выхлоп какой у меня прямо? Вырывается клубами. У меня черное, у меня там масло примешивается немножко. Так, ну что, становимся? Давай, становимся. Давай назад чуть отъедь. Ох, блин. У тебя еще номера советские. Ну-ка, стоп. Путь. Так, ну что? Что же он едет-то? А, вот. Да немножко вперед протянем. Да я просто не мог переключиться. Ну чё? Чё? Давай сходу не будем, потому что мощности у нас тут, по идее, не особо много. Сейчас, как её остановить-то? Проедь чуть вперёд ещё. Блин, нихера ты шлифуешь. Ребят, кстати, можете прямо сейчас в комментариях писать, как вы считаете, кто победит в этом заезде. Ну и вообще, итогом сегодняшней битвы, кто станет победителем. Пишите сразу сейчас прямо в комментариях, пока у вас есть время. И мы сейчас начнем. Да.
Так, ну я надеюсь, вы успели написать. Ну что, давай. Давай. Считай. 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Это все, на что ты способен? Погоди. Я повышенную воткнул, она не поехала вообще. Один плюс светилась. В смысле повышенную? Что ты сделал? Ты на ручной коробке, что ли, ехал? Да. Блин, давай на автомате, реально. Я думал, он будет валить быстро. Так, ну давай тогда от остановки, может, красанемся. Давай там отсюда, прям. Мы сейчас быстро как Слушай, раз дай проедем. Мне фору, чё, или не? Ладно, давай так. Давай еще раз, ты давай на автомате газуй. Сейчас. Че, как думаешь, с ручника тронуться? Ну, вот я сейчас буду, не знаю, ну-ка, с ручника как это. О! Так, ну чё? Давай, раздуплю, я раздуплил прям, давай, считай. Давай, 3, 2, 1. О-о-о! Давай, твою мать! Блин, аж шлифует она. Смотри, прям перед девчонками как, а, красанулся. Нифига себе, ты просто в точку ушел. Ты едешь еще, нет? Да. У меня с движком случилось, она дальше не едет. Я топлю изо всех сил. Ты догонишь меня, нет? Ну, к весне, наверное, да. Или к лету. Изо всех сил топлю. Я тебя не вижу, да. Пацаны, 90. А где ты скорость видишь? У тебя спидометр рабочий? Не, просто так смотрю. Я тебя вообще уже толком не вижу. Так и я тебя что-то перестал видеть. Где ты вообще там? Просто в точку ушел. Понимаешь, даже если ты мне фу... С максималкой. Слушай, ты, мне кажется, коробку что-то неправильно настроил. Дай мне фору. Давай я дам тебе фору. Но со старта ты неплохо едешь. Со старта да. Че, развернемся или туда прямо? Там поворот просто. Ну давай до поворота доедем. Я на пятый вот сейчас еду. Что-то у меня... Он переключает как-то странно. Давай, короче, фору, один фонарь. Так... Как, мы разворачиваемся? Да. Согласен? Фора, один фонарь. Ну, я тогда с этого начну, а ты с того, да? Да. Ну давай, давай, хорошо. А до куда едем? До заправки? Давай до заправки. До заправки? А где она? Давай до автобуса. До автобуса, до заправки проще будет. Заправка же ближе автобуса. Ну я просто не знаю, где заправка. Автобус, он явно видно его на трассе. Мы же заправлялись. Ну я не забыл уже. Хоть мы там и Я не забыл уже. Я забыл. Так, я включил диф на всякий случай. Мало ли, вдруг сейчас это потребуется резкий старт. Я также сейчас с ручника, наверное, буду трогаться. Так, ну что, считай ты. Давай. 3, 2, 1. Давай, давай, переключайся. 3. Давай, 5. Топи, у меня он дым валит какой-то сзади, или то пыль летит. Блин, что-то меня кидать началось с стороны в сторону. Ах! Блин, сурливый. Нет! Черт! Ох ты, ни хрена себе, блин! Я втопился в дерево. Так, надо срочно, гонка не закончилась еще, вот заправка. Да давай, переключайся. Да у меня вообще не едет, у меня фара вывалилась. Я не могу переключиться на переднюю. Блин, переключись, фак. О, переключился наконец-то. А, вот, вот заправка уже, я же говорил. Блин, что получается-то, выиграл что ли? Вот у меня зато пятак нормально наваливает, да? У тебя походу тоже. У меня только с выключенным дифом. Ой. Ядрен батон. Но у меня такой звук, у меня как будто блоу-офф есть. Что-то там стравливает. Ох ты, ни хрена ж себе. То печка стравливает, наверное. Охренеть. Я тачку разложил. Я просто разложил тачанку свою. Во дворах где-то? Да вот. Ой. Здесь
Занесло в дерево прямо. Слушай, а там... Ты заезжал на базу на том? Да, там какие-то грузовики стоят. Там автобусы. УАЗики какие-то грузовики стоят. Все, мне это... Конец. Тачку разложил вообще в хлам. Нет! Блин, ты что делаешь? Доложил? Ёлки-палки. Она дымится. О, смотри, как валит теперь. Ой. Завёлся. Все. Все, у меня все. Я приехал. У меня ещё едет. Отлично. Ну что, я думаю, что на этом закончим. Ну, давай заканчивать. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс и Механик. И всем пока-пока. Всем пока.